Сухой, сухое белое. Я на диете. На диете обычно нужно кушать сало. Сало, 4 куска перед сном, картофель. И желательно немножко вот такого вот сладкого. Что-то сладкого, максимально сладкого. Вот. И булочку. И булочку. Обязательно перед сном. Вот такую маленькую булочку съесть перед сном. Запить максимально жирным молоком. Вот, и спать. Спать недели две-три. Просто спать без пробуны. Жрать это постоянно. Постоянно жрать, и я надеюсь, у вас тогда появится мышечная масса. Сухая.